Дапамога насельніцтву, якое пацярпела ў выніку урагана, вырашэнне пытання здачы малака з прыватнага сектара, развіццё сацыяльнай сферы. Працоўны дзень старшыні аблвыканкама Івана Крупко сёння прайшоў у Петрыкаўскім раёне. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Реконструкция Петрикова с масштабным добропорядкованием прошла у 2019-м. У рамках запланованных мероприемств тады не только навели парадок, але и адрамонтовали все проблемные объекты жилевой и социальной сферы. Это дозволило снизить колькость ворот у горожан у органы улады. Тримать ситуацию на контроле допомагают так само, что дзённые прямые телефонные линии райвыканкама и сустрэчы у коллективах. Петриковский райисполком в этом году поступило 45 обращений, что на 54% ниже уровня прошлого года. В структуре обращений основное место занимают вопросы ЖКХ в области труда и соцзащиты, также земледелия, землепользования. В нынешнем году процент вопросов по ЖКХ снизился на 39%, что является хорошим показателем. Калі пытанні допомоги потерпелым от поводки зараз страшваюць актуальность, то наступствы урагана, який прайшоў по территории Гомельшины на минулым тыдні, для многих жыхароў тема номер один. Менавіта об гэтым падчас прамой телефонной линии кажа жыхарка Жыткавіцкага района. Стыхія пашкодзіла у яе дахі дома и подсобных побудоў. Мы разберемся в рамках этой ситуации, урагана, который прошел, какую помощь можем вам оказать. И сегодня в течение дня обязательно доведем до вас, что можем сделать. Будет разгледжаны из ворот жыхарки вёскі Маднявішы Шашерскага района. Жанчына скардзіцца на проблемы в творчасці малака у приватным секторе. Тут целый комплекс пытанняў от атрымання кормоў до сдачи продукции на перапрацоўчыя прадпрыемствы. Рашэнне будет прыматься после вывучэння ситуации на месцы с уликом потреб насельніцтва и интересов державы. Мы найдем хорошее компромиссное решение. И вы сможете заниматься выращиванием животных, содержанием коров, сможете заготовить себе корма и нормально будем забирать молоко. Основная частка пытаний, у якія жыхары региона планавалі агучыць старшыні аблвыканкама падчас асабістага прыёму, была вырашана на стадии падрыхтоўкі. Выключэннем стаў зварот жыхаркі Жыткавічаў Марыі Бязносік. За бюрократычных перашкод яна не здолела своечасова прыватызаваць жыллё. Зварот у розныя інстанцыі на працягу амаль 6 гадоў праблему не вырашылі. Мы парушым юстыцыі нашы по этому вопросу. То есть надо отработать. Если только через суд можно узаконить, значит надо подготовить, освободить исполком, чтобы освободил от пошлины, потому что не по своей воле идет в суд, освободить от пошлины на основании и подать в суд. Согласно судебных, если суд признает решение, что домовладение принадлежит приватизации, провести приватизацию. У гэты ж дзень Іван Крупко наведаў Петрыкаўскую цэнтральную раённую бальніцу. Зараз установа обслуговывае больш як 25 тысяч чалавек. Самое актуальное пытанне сёння – завершение реконструкции акушерского комплекса, які сами петрыкаўчане называют родильным домом. Капитальный ремонт тут протягивается 2 года, и весь гэты час отделение размещается у днепростысованных для его покоях. Неудобно просто, мало места сейчас. А там будет все нормально, все там. И палаты все, и гинекологические отделения, и для беременных, и для роженицы, и для детей. Сёння для акушэрскага комплекса набытае ўсё неабходнае абсталяванне. Пасля яго ўстаноўкі бальніца пачне аказваць дапамогу жанчынам па сучасных медыцынскіх стандартах. Алексей Сюров, Ольга Канавалова, Евген Макеенко, телерадыёкампанія Гомель з Петрыкава.